150 тысяч или 5% всего населения Южного Казахстана имеют доходы ниже прожиточного минимума, а 930 южноказахстанцев живут за чертой бедности. Помочь им найти более высокооплачиваемую работу и жилье остается приоритетным для ведомства. По программе переселения на сегодняшний день в Северо-Казахстанской области переселили 77 семей. Им на месте выдадут государственные пособия для обживания на новом месте. В целом по области уровень безработицы снизился с 14 до 5%. В качестве социальной помощи нуждающимся в этом году из бюджета было выделено 42 миллиарда тенге. Еще 6 миллиардов в качестве гарантированных выплат от государства направлено состоящим на учете по инвалидности. В Южно-Казахстанской области насчитывается 112 тысяч инвалидов. Половину из них уже обеспечили работой. В этом году было создано свыше 3000 квот для трудоустройства мигрантов на предприятиях Южного Казахстана. В целом за последние 16 лет уровень безработицы в регионе удалось снизить в 3 раза. Благодаря реализованным мерам в рамках государственных программ по трудоустройству идет снижение уровня безработицы. Вклад в социальное развитие и социальную политику, которые внедряются правительством, уже начал давать свои положительные плоды.